школа Амиго, снова вы, снова я, и это первый взгляд на Raven's Cry. Очередной раз неугомонные поляки выпустили игру. У меня, кстати, работает управление только джойстик. Попробовал отключить клавиатуру, от этого не заработало. Ну так вот, концентрация в последнее время игр из Польши заставляет призадуматься. Вот смотрите, у Польши есть Dead Island, Dying Light. Вот это теперь вышло. Ну, еще есть еще какая-то там не очень хорошая игра из Польши тоже есть, но не суть сейчас не об этом. Смотрите, у Украины есть, был, вернее, Сталкер, есть Метро 2033. За Белоруссию лямку тянет могучий Wargaming. И только наш отечественный российский разработчик продолжает идти по стопам АвтоВАЗа и либо не делает вообще ничего, либо выпускает такое лютое говнище, типа как Смерть шпионам, что просто охренеть можно. Но это не потому, что мы криворукие уроды, а потому, что мы слишком заняты, придумывая новые ракеты, чтобы уничтожить весь мир. То есть у нас все продумано. Зачем нам соревноваться в машиностроении с Мерседесом, в игроделах? Все равно, в конце концов, в мире останутся только наши автомобили и наши игры, и людям просто некуда будет деваться. Остальные все осядут пеплом. У нас есть ракета, которая вылетает из поезда, которая и вылетает из шахты, две ракеты с платформы. Есть ракета теперь с подводной лодкой. Ладно, о чем это? Так, свистать всех наверх, мы пираты. Единственное, что в игре нет русского языка, но это, видимо, месть за то, что мы больше не едим польские яблоки. Это просто единственное, чем я могу оправдать отсутствие в польских играх русского языка. Тем более, это не адвенчер. В адвенчерах, понятно, там лень переводить, а здесь-то... Ой, мы уже одноруким играем, зашибись. Зачем? За что мне дали инвалида? Я хочу нормального пирата. Не, с другой стороны, он мог бы и вообще на костыле ходить, так что не так уж плохо. А знаете, на скриншотах графика была намного лучше. Ну просто вообще намного лучше. О, это ж каравелла. На каких-то китайских парусах. Но написали, что это галеон. Так, подождите. А что, как в настройки зайти? Смотрите, она перескакивает настройки. Но вроде как все стояло на максимуме, когда я смотрел. Просто мне многие могут не поверить. А на компасе видно, что есть пролив между двумя островами. Но я вижу, что там нету пролива. Мне нравится, что игра начинается с боевки сразу, что не стали рассусоливать сюжет, не сюжет. Пиратская игра должна бросать вызов теперь Assassin's Creed, черному флагу в плане боевок, абордажей и прочей фигни. А не покорять нас каким-то нереальным сюжетом. Действительно, хорошая игра про пиратство — это добавить к Assassin's Creed Black Flag торговлю какую-нибудь там, чтобы команда там устраивала какие-нибудь восстания. Я не понял, можно ли поменять камеру. Пау, есть. Тут же вылезла подсказка. Смотрите, есть и такая камера, и такая. Ну, что называется, с бампера будут. В гонках с бампера, здесь это... Как это? С носовой, этой, с растры, короче. Крылья ворона, но как будто это два дракона. Немножко не понимаю, что у нас на носу корабля изображено. Может, два лебедя черных с лошадиными мордами, да. Это крылатые два пегаса. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас сядем на мель. Боцман, сколько под килем. Что-то корабль очень медленно плавает. Непривычно. Последняя пиратская игра была Risen 3. Там корабль плавал очень быстро. Кстати, первая... Ёб твою мать, а может мы что, парус подняли? Люди, вы долбоёбы? Давайте притворимся, что мы тоже торговцы. Так, прицела нету. Въебём в ответку. Сука, они картечью шмаляют. Ну, на всякий случай ёбнем еще и в другую сторону, чтобы корабль не кривило. Черт, я точно должен его захватить? Мне кажется, у нас нету шансов. Мне кажется, что мы на какой-то весельной шлюпке плывем. Дайте, блядь, рабам плетей, чтобы гребли побыстрее, мать-перемать. Что ж за... Мне никак не маневрировать. Корабль ни хера не поворачивает, и мы уже горим. Но они тоже горят, что является слабым утешением, конечно. А может, не надо было бы захватывать этот галеон? Может, его жопу? А, все, он готов. Носовых орудий у меня, конечно, и не пахнет.
Единственное, что я не понимаю, это как поменять снаряды. Насчет этого обучения нет. Получи, сучий потрох. Все, 100 опыта мне дали. Экипаж доволен. А, Морган Фриман что-то зиганул кому-то, непонятно. Так, Сан-Хуан какой-то. У нас есть карта, и это круто. Но прежде чем мы поплывем по карте, мне хотелось бы все-таки узнать, соберем ли мы какой-то барыш на ремонт корабля. Кто-нибудь вообще собирается тушить Юнга? Смотри, там человек заживо горит. Но все равно. Так вот, первой игрой про пиратство, в которой я играл, была игра олдскульная еще на Pentium 1 или Pentium 2. Называлась «Морские легенды». Там, в отличие от этой игры, был русификатор. Там говорили, левый борт заряжен, правый борт заряжен. Но игра была, в общем-то, большая часть проходила, наверное, игры не в войне на море, как мне показалось, а... Блядь, корабль стоит на месте, он никуда не плывет, я не знаю почему. В покупках всяких снаряжений на суше. Плюс абордаж был очень сложный, там надо было с капитаном смахнуться на шпагах. Капитан компьютер владел ситуацией, а мы с другом, когда играли на компе, не владели, нас частенько закалывали. Там имело большую разницу, у кого длиннее сабля, в прямом смысле. То есть, если у тебя мог быть тесак, но у него была шпага, и она была длиннее, и он тебя просто на расстоянии тыкал ей. Итак, Сан-Хуан, да? Don't like this, Chris. This Toronto asshole. Моргану Фриману чего-то не нравится. Ну да, у него недавно. Морган, а где твои веснушки, господи? Why you kill one of his own people? It doesn't make sense. You can't trust him. Calm down, Marcus. Он кому-то не может доверять. You know, I don't trust anyone. Кстати, этот пират немножко смахивает на главного героя олдскульного сериала «Пираты». Пирата по прозвищу «Злой Рок». Кстати, классный был сериал, вот именно по сюжету был классный. Про двух братьев, которые один стал пиратом. А, два брата влюбились в одну бабу, короче, потом что-то посрались, бабу убили. Один стал пиратом, а второй стал французским этим. Короче, тем, кто ловит пиратов, как он там называется. Не шериф, нет. Блять, в настройки не зайти, субтитры не включить, ёб твою медь. Поляки, вы чё? Попробуем выйти из игры, наверное. Здесь мне, знаете, понравилось, что субтитры называются не субтитрами, а диалог-текст. Автосейв каждые 10 минут. Интересно. Так. 3 из 3. Ну, видите, да, что... Я не знаю, какие-то странные параметры здесь, но вроде как графика стоит... Ну, везде максимальные оценки, в общем, практически. Хрен его знает, что это такое. Чертовски сложно ориентироваться мне в польских настройках. Вот мы видим, что корабль мой уже горит. Блять. Ёбаный в рот. Что, надо было сохраниться еще? Где там сохранение? Там только автосейв был. Пизда, усказ. Что ж, еще раз провел это гениальное первое сражение. В общем-то, знаете, если честно, то вот сразу после первого боя с этой игрой все ясно, что лично я в нее играть не стану. Корабль слишком неповоротливый, прицела в пушках нету, он очень медленно движется. Бой превращается, знаете, я включил, блядь, субтитры, но их почему-то, кстати, не появилось нихера на экране. Ну, блядь, Польша. Как бы, ну, ты выстрелил в корабль, да, и корабль выстрелил в тебя, нанес дамаг, отгреб дамаг, то есть невозможно там как-то маневрировать, как это можно было делать в черной флаге. Будущее игр про пиратство я вижу в модах для Assassin's Black Flag. Этой игре, знаете, есть чему поучиться, даже у олдскульных корсаров, кстати, вот, по-моему, корсары наша игра, да, вот, кстати, неплохая была довольно войнушка про пиратов. А эта игра, она как-то, я не знаю, на джойстике, понимаете? Бэк. Какой талкер, блядь, еще. Он не идет, он просто не идет туда. А, мне надо вернуться. А че я туда сюда шел? Идиотство. Он не бегает. Хотя по своей каюте он бегал. А, блядь, я должен за ним следовать.
А, вот мы и забегали. На джойстике не так много кнопок на геймпаде, а я играю на геймпаде, если кто не заметил. И при этом я ни хрена не нашел, как поменять снаряды, как чего. То есть, я не знаю, либо какие-то комбинации клавиш, либо черт его знает. Либо надо ждать второго боя. Все пока что научат во втором бою. Почему обучение не было в первом, хрен его знает. В описании к игре разработчик говорит, что это не какая-то очередная гламурная романтическая игра про пиратов, что тут все будет сурово, жестко и реалистично, там, ну, типа, как-то так, я своими словами говорю. Но при этом главный герой мстит за убитую семью. Почему он просто не может быть неудачником, который, блин, тиснул где-то корабль, набрал кучу головорезов, уплавает всех, грабит и убивает? Все равно какая-то месть чего-то. И главный герой все равно гламурный и чертовски такой. Типа это, секси-мен, все дела. Ну, посмотрите, вокруг одни уроды, а этот пират такой прям. Гроза всех женщин, всех портов. Да. Обстановка в этом баре просто. Ух. Ладно, субтитров нет, все равно нихера не понятно. А вот и сухопутная драка. Включаем режим. Мы видим, что можно бить крюком, как каким-то раком. Это отскок. Это птица. Есть пинок. Пинка нету, есть. Это блок на самом деле, хотя там был нарисован сапог. Да. А может это прыжок? Нет, это блок. А удара крюком нету вообще. Я что-то нихера не понимаю. Да, боевка тоже детская, в общем-то, здесь. Можно без всяких блоков просто тыкать, они тебе наносят настолько ничтожно мало дамага, что... А ты им наносишь настолько много дамага, что просто караул. При этом можно... У него есть сзади пистолет, но нету из него выстрела. Морган Фриман, кстати, обладает, смотрю, чапаевской шашкой какой-то. Ой, я что, получил левел? Нет, я не получил левел. Это ловушка здесь написано. А это что? Маркус. Маркус это тот... Это Морган Фриман, он стоит рядом. Почему на этой карте написано, что он где-то в море? Я не понимаю, что от меня хотят. Скиллы. Есть скиллы. Обалдеть. Хреново туча разных скиллов, но все они рукопашные. Мышка у меня почему-то, блядь, не работает. В жопу скиллы. Не собираюсь я разбираться, как чего у поляков принято делать. Лут. Ну, полутали по карманам наше кольцо. Валюта здесь реалы. Ну да, все пиратство происходило там между Испанией и этой хренью всякой. Так и здесь одна дверь, ее держит Морган Фриман, не давая им войти и, соответственно, не давая мне выйти, а вон задний ход есть. В смысле, черный. Да, но мне как бы ни хрена не сюда. Да, честно говоря, скриншоты и трейлер в этой игре вдохновляли меня куда больше. А это кто такие? Может, их тоже надо мочкануть? Почему нет? Я пират, я убиваю кого хочу. А, вот, мне выход через окно здесь. О боже. Я так понимаю, что в этой игре самое красивое — это картинки при загрузке. Ой, эти пидоры сожгли мой корабль. Интересно, а здесь будут какие-нибудь большие корабли, типа там... Фрегаты, линкоры, прочая ерунда. Блять, я как Джек Воробей, вот мой новый корабль, смотрите. Нет? Не, нихуя, это не мой корабль. Даже этот не мой. В сапоги набралось воды, главный герой выходит из воды, просто походка терминатора, блин. Морган Фриман, видимо, продолжает там удержать дверь. О, наш новый враг.
Можно ли его убить по... Ой, у него мушкет. У него мушкет, но он не будет из него стрелять, потому что он лох. Но он умело ставит блоки. Видно, что он... Что в армии его командир не зря хлеб кушает. В отличие от того, кто делал физику падения трупов в этой игре. Я просто не знаю, он как будто, блин... Он как будто скакал на чьей-то елде и хорошенько... Ну, вы поняли, ладно. Я просто обалдею. Еще двое, которые, у которых есть мушкет, но которые почему-то не стреляют. Только стоят, смотрят и тупят. А, нет, вот. Два вялых хлопка. Теперь они там забивают пыж, засыпают порох. Ружье у них ни хрена, не дробовик. Долго перезаряжать надо эти мушкеты. Тогда интенсивность войны была совсем другая, хочу заметить. Пока заряжаешь ружье, есть время подумать о смысле жизни вообще. Так. 440 метров до цели. 430. Ой-ой-ой. А, есть ли в этой игре паркур? Модный паркур. В общем, вопрос. Нет, паркура нету. Я вообще не понимаю, нахрена мне с ними драться, если я могу просто бегать мимо них. Они ничего не... Ну, блин, давайте посмотрим. Просто, да. Чё они? Они стоят, тупят и смотрят, и ждут. Они ничего не могут сделать. То есть драться в этой игре с ними не обязательно. Ой, господи, засада-то какая, кошмар. Паркур, блять, он даже на телегу не смог запрыгнуть. Вот ебантяй. Видимо, вода в сапогах дает о себе знать. А, нету шкалы выносливости. Герой может просто выиграть марафонскую битву. Вот мы видим, что какая-то шлюпка. Косые, блять. Нет, попали. А, нет, я с высоты упал. Не могли они попасть, не может этого быть. И куда? Блять, это что? Эта веревка была, я извиняюсь, к яйцам бога, что ли, привязана? Она прям из неба росла, вы видели? Он метров 200, наверное, такое ощущение, что пролетел на этой веревке. Ну не 200, но 50 точно. Какими дорогами спасся Морган Фриман, непонятно, но думаю, что он тоже тут побегал. И корабль, видимо, не наш горел, да? Да, все прошло чудесно, не надо хлопать меня по плечу. О боже, эта игра должна была называться «Джек сумасшедший пират», мне кажется. Пауза. Мне нравится этот фонарь. А, там он работает как бы на свечке, но при этом корпус фонаря видно, что деревянный. Неплохо. А главное, безопасно. Гребет старый негр, но это не потому, что он негр, а потому, что у меня одна рука, я хочу заметить. У меня отлично получается держать этой рукой фонарь, но я ни в коем случае не смогу зацепить весло. Господи. В таких случаях принято говорить, и, наверное, бабу так же жаришь, как весну не гребешь. Кошмар, я, походу, состарюсь, пока он доплывет, но его занесу. Ой, Моргану Фриману не забыли нарисовать негритянскую растительность на груди под расстегнутой рубашкой. Это секси. Итак, мы опять куда-то приплыли. А, походу, что... Судя по начальным миссиям, соотношение морских боев к сухопутным миссиям 1-2. А вот и проститутка. Довольно стрёмная баба. С ней нельзя поговорить. Соответственно, ее нельзя взять на абордаж. Померить, сколько у нее футов под килем. Подхватить от нее. Чего-нибудь. Я вижу, что этот хрен хочет подраться. Я вижу, что они не хотят драться. Хорошо, я все уладил. Ну, добазались пацаны один на один драться. Чем мешать? И мы опять в каком-то баре. Не прошло и 5 минут. Что надо сделать? А вот пиратская песня. Станцуем-ка, блять, гопака. Ух, ёпты. Это, если я могу ошибаться, но, по-моему, это танец хоббитов из «Властелина колец». Какой танец исполняет вот этот морячок, вообще непонятно.
Что ж, я думаю, что это самое прикольное место во всей этой игре. Знаете, она графикой почему-то мне Готику вторую напоминает. Она даже Ризену проиграть умудрилась в этом плане. Эх, хопинка, дадим и в жопу трахнем. А, одноглазый чувак, я бы взял его дозорным на свой корабль. У него один глаз должен видеть за два других. И похоже, что единственный человек, с кем можно здесь поговорить, это долбанный Морган Фриман. Ведь мы не могли с ним поговорить на лодке, мы не могли с ним поговорить на корабле. Надо было прийти в бар, сесть, как so люди, чин-чинарем, блин. Nothing beats a frosty mug after a good fight. I'm just happy to be alive. Кстати, сам главный герой немножко похож на предводителя гномов из Хоббита. Вот этого черного, который там принц или кто он там. Так. О боже, здесь есть диалоги. Мать-перемать, вот это да. Вот это бонус. Где тут сказать, пошли на корабль, время грабить? Капитан Ворон, да? А, Кроу Ворон. А, нет. К нам обратился какой-то немой чувак. Он активно жестикулирует, и надо было прочитать по губам, чего он хочет, но я этого не умею делать, потому что его губы имеют анимацию какого-то кунилингуса, когда он говорит. So, how's things? А, вот, субтитры прилагаются для тех, кто не в курсе. Отлично. Отлично, хорошо. Я согласен с вами со всеми. Я хочу сражаться. Это игра про пиратов или, бля, про хрен собачий? А, походу, что чувак обиделся и ушел. Мне нужно найти капитан Террелл. Я думаю, что вот он сидит, набухавшийся. Нет, надо лучше от него отойти. Он держится за живот. Сейчас он облюет чьи-нибудь сапоги. Капитан Террелл. Где же он может быть? Блин, он может быть где угодно. А, знаете что, я, пожалуй, думаю, что... А, вот у этого надо спросить. Я ищу оружие. Я ищу секретное оружие. Блять, как выйти из этих диалогов? Это ж капец. Ну, мы видим, что здесь есть торговля. Он продает только синьку. Глупо было спрашивать у бармена оружие, конечно. Я думаю, значит, что пора заканчивать первый взгляд на эту игру. Была морская боевка. Следующая морская боевка здесь, походу, через полгода будет. Вот, капитан Террелл, я базарю. Hammerhead Harry. Hammerhead Гарри это. What do you want? Я бы его назвал Гарри Белый Чернослив, потому что он сморщенный. Ни один пират не доживал до такой старости, что за глупость. Скипаем опять пачку диалогов. Я просто надеюсь, что мы еще раз выйдем в море, хотя бы перед тем, как игра закончится. Вряд ли кому-то интересно читать непереведенные диалоги. Я думаю, что большинство даже перестало жалеть о том, что они не переведены. Капитан Гарри, разберемся. Вау, сколько у тебя людей, хорошо ты победил. Я своих не балую походами в кабак, они у меня в ежовых рукавицах сидят на корабле. И опять разговоры, все, мы поговорили, оружия нет, ничего нет, капитан Хэммерхед против нас. Ой, нет, боже, к чертовой матери, все. Какаешь? Нет, он уже посрал, наверное, подмывается. В общем, что можно сказать, графики нет, боевка говно, морские баталии тоже говно, на что тут смотреть, Вернее, кому вообще. Я просто лютым фанатом пиратства может и понравиться, которым вообще похуй, даже если Марио назовут пиратской игрой, они будут играть в нее. Ой, какая тёлка, ей нельзя вставить. Может, хотя бы вставлю ей шпагу. Получи. Да ладно, она всего лишь шлюха, расслабься, пацаны. Все, всем спасибо за внимание, расходимся. Игра не стоит свеч, внимания и всего такого. Адьё.